здравствует, господа, наш государь-император Франц Иосиф I! Случай вполне ясный. Я думаю, не стоит осматривать. Итак, запишем результат. Ниже подписавшиеся врачи, основываясь на врожденном кретинизме Иосифа Швейка, выраженного в словах «Да здравствует государь Франц Иосиф I», пришли к выводу, что этого вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Иосифа Швейка как явного идиота. А то проспите. Дай наспать. Отстань. Мне будет очень неприятно, если вы будете ссылаться на меня, что я дал проспать мобилизацию. Написано черным по белому. Друг мой, война. Что за чертовщина? Война. А я хотел спать до 8 вечера. Маржина, уставай. Весь чешский народ сплошная банда симулянтов. Сколько людей вызвано в комиссию? 550. А сколько их мы должны отправить? 550. Приведите новобранцев. Живей. Волашек Йозеф, пекарь. Сто шестьдесят. Годен. Кочечка Вацлав, официант. Годен. Гордина Боржевой, учитель. Годен. Убрать симулянта. Дальше. Швейк Йозеф. Здесь. Освобожден по идиотизму. А чем вы еще страдаете? Позвольте доложить, у меня ревматизм. Но служить императору буду до последнего издыхания. Вы злостный симулянт. Стража, сядь его. Можно с постели. Доктор Грунштейн. Мацуна, астма. Кристина Спин. Котятка, глухонемой. С самого рождения. Пробывание желудка. Ихнин. Покорный, туберкулез. Сразу двойной клестир. Вас, болваны, смотреть не буду. Вообще вы все симулянты. Хотите дезертировать свои... Вы не думаете, что перед вами какой-нибудь осел? На этих постелях валялось много больных, которые страдали отсутствием боевого духа. Но я их всех вылечил своими клестирами. Знаете, и через 20 лет вы будете кричать во сне, когда вам приснится, как вы симулировали у доктора Грюнштейна. Позвольте доложить, ко мне вернулись. Речь и слух. Браво! Ха-ха-ха. Эй, клестир поставить ему на дорогу, чтобы вы не жаловались, что мы вас здесь не лечили.